автопилот? Почти так. Только для очень земной работы. И направление трактору задают не навигационные приборы, а контрастные линии свежей борозды. Эту линию видит фотооптический датчик, информирующий специальное электронное устройство о всяком отклонении от курса. Электроника и подает команды исполнительным механизмам управления. Бесконтактную оптическую систему автоматического вождения создали ученые двух институтов Академии наук Грузии: Института механики и машин, Института кибернетики. По мысли ученых, такая автоматика не призвана вовсе заменить тракториста. Она облегчит условия его работы, как облегчает труд летчик-автопилот, принимая время от времени управление на себя. Предполагается, что эта система, испытанная, кстати сказать, и в ночное время, сможет найти применение и в других мобильных машинах. Thank you.